Он же тоже сейчас будет, вообще звонит. Подготовка проходит по плану, в общем-то, все намеченное стараемся делать, выполнять. Жаркая погода в Москве, конечно, немножечко вносит свои коррективы, но в целом доволен тем, как ребята готовятся, тренируются, и уже, в принципе, на финишную прямую перед турниром мы выходим. Уже послезавтра вылетаем в столицу Беларуси, конечно, есть уже и такое предстартовое волнение. Но, в общем-то, в принципе, я доволен тем, как сейчас все у нас обстоит в команде. Придется сделать непростой выбор тех 12 футболистов, которые будут защищать цвета нашей команды. Вот. Ну, есть и объективные показатели, на которые мы будем опираться. Поэтому те 12 человек, которые поедут, безусловно, они, я думаю, сделают все возможное, чтобы выступить максимально успешно. В том-то все и дело, что европейские игры, как, наверное, и чемпионат мира, это такие соревнования, они отличаются от всех остальных. А если чемпионат мира, там все-таки это как-то к FIFA, да, там больше, то европейские игры, они ценны тем, что там выступает не только мы, а там выступает одна большая команда, сборная России, то есть и составляющая из нескольких дисциплин. И в этом смысле, да, это накладывает дополнительные обязательства на нас и, ну, на всех других, другие сборные команды. И в этом и уникальность. То есть тут мы работаем не только даже как бы за себя, а за общий коллектив.